Здравствуйте, уважаемые коллеги. Представляю вам очередной выпуск судебной практики по налоговым спорам, на этот раз за ноябрь 2015 года. Как и всегда, обзор будет кратким, но чтобы получить полный обзор, вы можете обращаться по контактам, которые вы увидите в конце обзора. В целом отмечу, что ноябрь оказался достаточно богат на интересные акты, которые были изданы Верховным судом по налоговым вопросам. Было достаточно много актов, которые были рассмотрены тройкой судей. Но в настоящем выпуске я представляю три дела, которые показались мне наиболее интересными и полезными в практической деятельности налогоплательщика. Начнем с дела модуль техстрой. В общем-то, ситуация стандартная, и она будет, количество таких ситуаций будет увеличиваться в связи с кризисом, в связи с деятельностью Центробанка по отзыву лицензий у, соответственно, проблемных банков. То есть это вопрос о перечислении налогов через проблемные банки. Именно данный вопрос был рассмотрен в таком деле, в деле модуль техстрой. И суд учитывал, в общем, как стандартные обстоятельства при принятии решения, но и был сделан один интересный вывод. Ну, что касается стандартных обстоятельств, то было, во-первых, учтено, что у налогоплательщика были и иные счета в непроблемных банках, через которые он мог осуществлять налоговые платежи. Но, кроме того, судами было указано на то, что не было установлено обстоятельств, которые бы указывали на отсутствие возможности получить информацию о проблемах банка. Иначе говоря, в настоящих делах будет ужесточаться практика, и теперь налогоплательщику, помимо всего прочего, необходимо будет доказывать, что не было информации в открытых источниках о проблемах банка. Данное обстоятельство, безусловно, необходимо учитывать налогоплательщикам и регулярно отслеживать состояние банков, через которые уплачиваются налоговые платежи. Следующее дело – это дело технологии Севера. В общем, это дело, оно иллюстрирует уже давно, ну, относительно давно наметившуюся тенденцию о снижении значения процессуальных нарушений при признании решений налоговых органов недействительными. В данном деле была рассмотрена ситуация, когда налогоплательщик указывал на несоответствие подписи в протоколе и подписи на решении. В общем, данный довод судами был проигнорирован. Правда, я отмечу, что суд первой инстанции принял этот довод и признал на основании этого довода решение недействительным. Но все последующие инстанции, Верховный суд поддержал этот подход, этот довод не приняли. Они, суды, указали на то, что у налогоплательщика в любом случае была возможность подавать и излагать свои возражения как на этапе рассмотрения материалов налоговой проверки, так и в суде. Поэтому в данном случае они не усмотрели каких-то существенных нарушений процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. В целом, я полагаю, что формирование такой практики – это, конечно же, отход от имевшейся относительно недавно практики, что в том случае, если установлено, что, скажем, материалы проверки рассматривало одно лицо, одно должностное лицо, а решение принято, точнее, подписано другим должностным лицом, то в данном случае можно говорить о существенном нарушении процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. Ну, как я уже сказал, то, что значение процессуальных нарушений снижается, эта тенденция, она наметилась еще с постановления 57-го, где, чтобы признать процессуальные нарушения
необходимо было их заявлять на досудебной стадии. При этом еще не факт, что заявлено на досудебной стадии процессуальные нарушения будут приняты судами. В общем, эта тенденция продолжается и сейчас. Следующее дело — АМК «Фарма». В общем, на самом деле ситуация в данном деле достаточно стандартная. Это способ оптимизации налогообложения, либо способ получения необоснованной налоговой выгоды. А именно, в данном деле налогоплательщик, он внес в качестве вклада недвижимое имущество, а затем долю в хозяйственном обществе продал другому хозяйственному обществу. И суды, в общем-то, признали, что в данном случае целью продажи доли, реальной целью, была продажа недвижимого имущества. Безусловно, такая схема, она, в общем, используется, эксплуатируется налогоплательщиками давно, и на самом деле налоговые органы прекрасно о ней знают. Поэтому налогоплательщикам следует иметь в виду, что такого рода операции, во-первых, подвергаются пристальному вниманию налоговых органов, поэтому если они все-таки, налогоплательщики полагают, что они не используют такие хозяйственные операции в качестве способа налоговой оптимизации, им нужно запастись определенными документами, которые бы обосновывали необходимость, скажем, внесения недвижимости в то или иное общество и, безусловно, обосновать необходимость продажи доли. И в данном случае время между внесением недвижимости и продажей доли не должно быть очень коротким. Это нужно учитывать. Ну и, как повторюсь еще раз, в любом случае пытался налогоплательщик оптимизировать свои налоговые обязательства, либо нет, в любом случае такие операции подвергаются пристальному вниманию налоговых органов. Так, ну а на этом все. Как я сказал, полный обзор налоговых споров за ноябрь 2015 года можно получить, направив письмо по адресу, который вы видите. Ну а на этом спасибо за внимание. До скорых встреч!